потребность в критическом отношении к информации, умение правильно использовать новые информационные возможности. Эти вопросы поднимались в ходе тренинга по медиаграмотности Надежды Манзи, который состоялся 31 мая в Запорожском учебно-воспитательном комплексе номер 19. Цифровые технологии требуют от пользователей знаний нового языка, новых правил общения, новых способов мышления и обучения. Благодаря цифровым масс-медиа человек получает безграничный доступ к информации. Читать и писать с помощью образов – вот что становится важным для приобретения навыков цифровой компетентности, говорит тренер. Ныне многие педагоги Украины получают знания на обучающих мероприятиях Международного благотворительного фонда «Академия украинской прессы». АУП активно работает над внедрением медиаграмотности на уровне системы образования. В ходе запорожского тренинга участники, педагоги рассмотрели интерактивные формы и методы преподавания медиаграмотности, на собственном опыте проверили, как работают манипуляции, пропаганда, искажение информации, рассмотрели критерии качественной информации, распространенные виды манипуляций в современных медиа. Благодаря онлайн-инструментам учителя вспомнили способы проверки информации, дискутировали о роли критического мышления в процессе восприятия медиа-месседжей, говорили об информационной безопасности человека. Как утверждают педагоги, участники на основе полученных знаний они разработают тематические воспитательные часы для учащихся школы комплекса и проведут их в следующем учебном году.